Алан достает шарики для девочек. О, девочки, одной уж три шарика уже достал. Так, придумал, как легче достать все остальные шарики. А там еще вон какие шарики. Так, еще кому теперь подарят? Ого, упустил шарик. Итак, мы готовы начинать. Здравствуйте, дорогие наши гости, преподаватели, наши ученики. Мы очень рады вас видеть. И сейчас мы начнем наше представление через несколько минуточек. Перед этим несколько слов. Во-первых, мы рады всех приветствовать на нашем первом дне рождения. Спасибо, что вы этот год были с нами. И спасибо, что сегодня пришли отметить этот праздник вместе с нами. Мы очень рады всех вас видеть. И будем рады видеть еще долгие-долгие месяцы и годы. Всегда добро пожаловать. И у нас сегодня, мы никогда этого не делали, но у нас же сегодня день рождения, мы тоже хотим подарки получать. Поэтому у нас есть там на входе сова, в которую вы можете бросить монетку, и мы потом купим себе подарок. Алан на компьютере занимается, ничего себе, информатика. Демонстративный урок информатики. Ты, что у тебя там, человечки прыгают? Ой, классно, ракета летает. Супер. Она не хочет учиться. Так, чья вот эта панда? Саша, давай быстрее, чего ты тут делаешь? Что ты слепил? Покажи мне. Кто это? Гусеница? Ага, здорово. А, вот такие гусенички, да? Так, все смотрим. А у тебя кто? Божья коровка. Божья коровка. Ой, какая классная божья коровка. Сам делал. Супер, мне очень нравится. Раз, два, три, и ты как раз. Раз, два, и как. И вот сюда играть. Микуля, ура! Молодцы. О, привет, Алан. Ничего себе, мама на 5 минут ушла. Ребенка раскрасили. Спайдермена какого-то. А это что, у тебя гусеница уже в бабочку превратилась, что ли? Ничего себе. Я хочу провести розыгрыш бесплатных уроков. Все знают, что на Фейсбуке была проведена акция, по результатам которой возможно выиграть 5 бесплатных уроков. Эти люди, которые участвовали в акции, у меня... Все эти люди заключены в одинаковые шарики. В имена, естественно. Я сейчас попрошу какого-нибудь ребенка подойти ко мне и вытянуть один шарик. Мы узнаем, кто выиграл 5 бесплатных уроков. Сованное лицо. Доставай любой шарик. Так, давай, открываем. Что там внутри?
Итак, 5 бесплатных уроков на следующий учебный год у нас получает Елена Черникова и ее дочь София. Итак, но у нас еще есть розыгрыш 3 бесплатных уроков. 3? Кто вытянет у меня? Аллан, подойди, ты вытяни 3 бумажечки, пожалуйста. 3. 1, 2, 3. Пересчитайте. Точно 3? Открывайте, Михаил. Итак, первый урок выиграла... Опять, что ли, Лена? Лена. Так, Лена Черникова. Да что ж такое? Я никому не попала. Один бесплатный урок выиграла Света. Итак, и Екатерина. А вы сегодня посмотрели и сфотографировали, и я надеюсь, получили огромное удовольствие от того, что сегодня дети наши сотворили на занятиях. А сейчас я даю слово Наталье, которая хочет рассказать вам про свой театр и пригласить вас по скидочным ценам. Добрый вечер. Я хотела бы сегодня немножко рассказать о нашем представлении, которое... будет представлено в рамках фестиваля «Сидни Фриндж» о новой сказке для детей и для взрослых. Наше представление будет проходить в Бандай Павильон 23 сентября и в театре «Рейфен». Это на такой стороне, где-то, наверное, метров 200. 26, 27, 28 сентября. Теперь немножко о сказке. Эта сказка... о музыке. Мы когда-нибудь задумывались, если вдруг вот в нашем мире мы не будем слушать музыки, что будет? Так, минуточку, нет музыки. Можем ли мы, например, устраивать какие-то веселые праздники? Сложно, да? Музыка нам нужна и